Сегодня к нам приехал формат, модель 23, и дальше почему-то циферок никаких не написано. Ростовка такая. Стоп. Модель. Нет, ростовка 55, а модель 23. Это у нас опять же туринг или гревел, потому что это уже не шоссейник, это уже внедорожная резина. Она уже достаточно широкая. Агрессивный баран. Смотрите, какой здоровый по ширине. И посадка спортивная, конечно. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем 2x9 Шимана. Качественный переключатель, качественные дуалы. И, как обычно, почему-то вот накручено. Смотрите, как накручена у нас разводка рубашек и тросов. Все перепутано местами. Очень мощная жесткая вилка. Рама алюминиевая, вилка алюминиевая. Чашки интегрированы. Снизу, по идее, должен быть конус. Но вот не видно, но зазор вот такой вот очень большой стоит. Втулочки, как обычного формата, идут все на промах. Сзади кассета на 9. Производитель втулки Шимана, значит, не прома. Странно. Так, вот это уже интересно. То есть получается у нас Шимана втулка, но при этом она не на промах. Странно, что формат сделал втулки не на промах. Каретка на внешних подшипниках. И такая шоссейная кассета. То есть подразумевается, что все-таки это что-то очень скоростное для хороших грунтов. А проблема у нас здесь какая? Не выдержала Шимана ссора шатуны, нафиг вырвала педаль. То есть клиент приобрел бэушный велосипед. На данный момент у него одна проблема, то что вот здесь вот сорвана резьба. Сейчас будем вынимать педальки. Я так понимаю, что стоят базовые. Ну, крутится нормально. Никаких наконечников нету. Все тросики пушатся. Велосипед смотрится очень хорошо. Очень так вот мощно, стильно. Весь колор выдержан в одинаковых цветах. Даже рельсы на сиденье, видите, красненькие. Приятный велосипед, легкий. Тормоза Шимана. Ну, вот что-то я удивлен, что здесь на формате, на таком достаточно дорогом, а втулки стоят обычные на шариках, а не на промах. Давайте посмотрим поближе модель. Потому что у формата своя маркировка. Да, это Шимана. Это обычные шимановские самые недорогие втулочки. Очень интересно. Резина Швальбера Петроп. Что еще интересного? Короткий вынос. Практически без угла. Угол тут градусов 7. Очень толстый подсидел, кстати. Смотрите, какой. То есть алюминиевая рама. Воткнули. Подсидел здесь, наверное, на 34. Такой вот необычный формата. Получается то ли туринг, то ли гревел. Вот такой вот подсунули велосипед бэушный. Здесь просто намазано жидкими гвоздями или каким-то другим наполнителем. То есть резьба отсутствует полностью вообще. Соответственно, сейчас мы будем это высверливать. Вставлять сюда стальную фудорку немецкую на специальный лактайт. И потом еще раз прочищать резьбу. Вкрутили фудорку. Выглядит это вот таким вот образом. То есть стальная резьба. И все это посажено на зеленый лактайт, который самый прочный из фиксаторов резьбы. Немецкий. Специально заказывали его. Тюбик. Там один маленький тюбик стоит 10 евро. Вот так вот выглядит шатун. Все. Теперь можно устанавливать, собирать. И велосипед будет радовать своего нового владельца.